Здравствуйте, коллеги! Тема сегодняшнего урока – катенарный лежачий фальц. У нас имеется выкройка, и сейчас мы разберем, как с ней работать. С правой у нас стороны кромка 45 градусов, 45 миллиметров, большая кромка. А с левой стороны у нас малая кромка 35 миллиметров. Для того, чтобы правильно сделать одинарный фальц, нам нужно отложить 30 миллиметров вниз, 30 миллиметров вверх и найти точки, по которым мы будем проводить линии для того, чтобы нам ослаблять с правой стороны П-фальц и с левой стороны Г-фальц. Точки, которые нам нужно будет найти. Первая точка – это посередине, вот она. Следующая точка для картины, которая у нас снизу. Вторая точка – это вот она. И мы проводим прямую линию. Это для картины, которая у нас снизу. Так мы ослабляем с правой стороны П фальц. С левой стороны мы находим точку, которая у нас находится посередине. Находим точку, которая у нас находится с левой стороны на Г фальце. Проводим линию. И таким образом мы ослабляем Г фальц. Для того, чтобы ослабить фальц на верхней картине, мы находим, первая точка у нас есть, вторая точка у нас найдена, вот она, и проводим линию. Таким образом мы находим эту линию, и таким образом мы ослабляем П-фальц, но уже на верхней картине. Для того, чтобы нам разобраться, как ослаблять Г-фальц на верхней картине. У нас уже есть точка. Вот она. И мы находим точку пересечения вторую. Вот она. Соединяем эти точки линией. И таким образом мы нашли, как нам ослаблять Г-фальц верхней картины. Теперь, когда мы разобрались на выкройке, мы приступаем к работе непосредственно уже с бумажными картинами. Откладываем нашу картину бумажную, собственно говоря, выкройку картины, на которой у нас указаны все реперные точки, по которым нам надо проводить линии для ослабления П-фальца с правой стороны, верхняя картина и нижняя, и ослабления Г-фальца. Верхняя картина и нижняя картина. Отложим в сторонку, и она будет нам служить шпаргалкой, если мы забудем, что и как нам делать. Теперь мы приступаем к работе непосредственно уже с выкройками картин, с бумажными. И первая картина у нас, вот она. Мы отложили 30 сантиметров на верхней картине и отложили 30, я ошибся, миллиметров, 30 миллиметров на нижней картине. То есть мы отложили 30 миллиметров на верхней и 30 на нижней картине. После этого мы соединяем эти две точки. 30 миллиметров. Сделано. И то же самое делаем с картиной бумажной, которая у нас сверху. Не забываем, что у нас всегда кромка 45 миллиметров. П-фальцем она у нас справа, а
кромка которой у нас 35 миллиметров, она у нас слева. Это вот здесь. Далее мы соединяем эти две картины и вспоминаем, как нам находить наши реперные точки. В данном случае для нижней картины у нас точка, первая точка это вот эта, и вторая точка пониже это вот эта точка. Не забываем, что здесь у нас кромка 45 миллиметров. По-немецки она называется Oberfalz. Oberfalz. Вот у нас первая точка. Вот она. И вторая точка. Вот она. Вторая точка. Вот она. Теперь мы соединяем эти две точки. Эти две точки найденные соединяем. И находим нашу зону, вот этого, то, что нам нужно будет отрезать. Заштрихованная часть отрезается. То же самое мы делаем с левой стороны. Там, где у нас малая кромка, которая у нас 35 миллиметров. И называется она по-немецки Unterfalz. Вот у нас первая точка, вот, и вторая точка, смотрим на нашу выкройку и находим, что вторая точка у нас находится вот в этом месте. Теперь мы эти точки соединяем. И заштрихованная часть, то, что у нас заштрихованная часть, мы ее отрезаем. То же самое, но уже с верхней картины мы делаем с нашей бумажной картиной. То есть мы находим, первая точка у нас находится внизу. Это мы сейчас будем ослаблять P-фальц на кромке 45 миллиметров. И вторая точка у нас находится вот здесь. Естественно, мы смотрим на наши точки, как мы их находили, на нашу выкройку, которая у нас находится рядом с нами. Проводим теперь линию. Проводим линию, и вот эта часть у нас заштрихованная, мы ее будем отрезать. Теперь переходим к B-фальцу и кромка, где у нас 35 миллиметров, то есть это у нас Unterfalz. И здесь то же самое, легко мы находим точку первую, вот она, и вторая точка. Сверяемся, конечно, с нашей выкройкой, которая у нас рядом. Нашли две точки. И теперь мы проводим линию. Соединяем эти две точки. Проводим линию. Таким образом мы нашли наши варианты, как нам ослабить справа P-фальц и как нам ослабить G-фальц. На картинах, которые у нас и сверху, и снизу, проделали эту работу всю. Соединяем, как у нас на нашей выкройке первоначальной. И теперь мы прикладываем нашу выкройку и проверяем, правильно ли мы все сделали. Первое. Нашли мы точку P
первая, вот у нас точка. Для картины, которая у нас и снизу, и сверху, для Г-фальца. Правильно, вот она. Теперь мы смотрим. А, вот мы здесь нашли 30 у нас миллиметров. Вот эта точка. Да, правильно. И с верхней картиной у нас все правильно. И теперь с нижней картиной проверяем. Да, теперь все с левой стороны у нас все правильно. Далее мы смотрим теперь с правой стороны, как мы ослаблять будем уже кромка, где у нас 45 миллиметров, и у нас ПФАС здесь. И мы здесь тоже смотрим, находим вот наши точки, которые мы находили для верхней картины. Да, вот она. И вторая реперная точка, вот она. Правильно, мы ее нашли, вот 30 как раз миллиметров, то, что мы отложили. Верно, значит, мы здесь провели правильно линию. То же самое проверяем с нижней картиной. Точка, вторая точка. Все правильно. После того, как мы проверили по нашей выкройке, мы приступаем. Потому что мы по этим линиям вот эти части отрезаем. Это мы делаем с правой стороны, с нижней картины. Теперь мы отрезаем заштрихованную часть на верхней картине. Это у нас правая сторона, П-фальц. Проделали эту работу. И теперь то же самое делаем с нижней картиной, но уже с левой стороной. И работаем уже с кромкой 35 мм, там, где у нас Г-фальц. То же самое мы проделаем с картиной бумажной, которая у нас сверху. И что мы теперь видим? Мы видим, что у нас готова уже заготовка наши две картины, которые мы правильно ослабили. Картина, которая у нас сверху, и картина, которая у нас снизу. И теперь нам нужно отогнуть 30 миллиметров на картине, которая у нас снизу, и на картине, которая у нас сверху. Для этого мы устанавливаем наш уголок ПВХ 20 на 20 миллиметров. И теперь то, что у нас картина снизу, для того, чтобы нам точно именно по этой линии подрезать, не забываем, что мы для этого небольшие делаем ножницами засечки, для того, чтобы нам, когда мы будем переворачивать, мы тогда точно в этом месте подрежем. Подрезали. И теперь переворачиваем нашу картину. Вот у нас прямо по засечкам, которые мы сделали. С правой стороны. И с левой стороны. Так, она не очень четкая. Надо четко делать засечки, потому что иначе мы, когда переворачиваем, мы их
можем не заметить. Вот, немножко побольше. Не надо бояться тут. 1-2 миллиметра, если будет засечка. Вот, теперь у нас все видно четко. И прямо по уголку проводим линию гиба. Это все то же самое на металле. Все то же самое. Подгибаем. Вот наша кромка 30 миллиметров. Вот она. Готова. И то же самое теперь делаем с картиной, которая у нас бумажная. Ну, сверху. Здесь уже ничего подрезать не надо. Надрезы делать надо, потому что у нас по линии ее видно четко. Просто ее засечь надо вот с левой стороны. С правой стороны, вернее. Потом с левой стороны. И вот таким образом ее линию гиба наметить. Все, нам уголок ПВХ больше не нужен. Мы его откладываем в сторону. И вот мы теперь имеем две картины, которые у нас уже имеют ослабление справа-слева верхняя, справа-слева нижняя. И нам что осталось только вот подогнуть нижнюю кромку и в нее вставить верхнюю кромку. Таким образом мы соединяем наши картины, выравниваем их по правой стороне, по левой стороне. И таким образом мы, главное еще вот в этих еще сгибах тоже подогнать, чтобы все совпадало. Чтобы все совпадало. И таким образом мы сделали правильное ослабление с правой стороны. С правой стороны мы правильно сделали ослабление по пальцу. Таким образом можно еще сгибать нижнюю. Вот видите, у нас тут отлично, вот у нас ослабление идет. Вот здесь у нас, если мы раздвинем картину, то увидим, что у нас две всего толщины. Они великолепно здесь у нас потом пойдут соединение картин. И с левой стороны то же самое делаем. Поднимаем здесь нашу кромку 35 миллиметров. Таким образом. И здесь у нас тоже готов наш ослабленный уже Г-пальц. Так, сейчас мы его немножко еще пудрикуем. Вот таким образом. Все, у нас картина соединена на одинарный лежачий фальц. Таким образом. И теперь мы можем соединять эти две картины, но уже тренироваться теперь уже в металле.